Творцы. И звезды так, вот, вот, и все, да? А, нет, вот, вот, так. Дерево. Так что, да, ладно. Итак, мы специально для них тогда представимся еще раз. И расскажем немножко. А остальные, ну, подождите еще немножко. Итак, мы группа-группа. Мы пишем свободную музыку, свободные песни на свободном программном обеспечении. У нас Гидроген, Артур, Linux Multimedia Studio и так далее. У нас есть репозиторий на GitHub. Мы там, кстати, кто про Джекил сегодня рассказывал, у нас там сайт на GitHub на Джекиле есть. Там же у нас исходники партии, там басовые партии даже. Вот. Все сказано? Что еще добавить? Что? Я ее специально вот для товарищей open source с этой линуксоидов растил при лестнице. Да. Значит. Группа. А, у меня крутая борода, да. Вы готовы поговорить о блоге? Нет ОС, кроме ГНУ, и Столман ее пророк. Вот, итак, группа, собственно, гитарист и печенькист. Он сегодня, к сожалению, не взял печенье, поэтому не знаю, что он будет делать. Кажется, он будет играть вступительное слово. Где твой инструмент? Давай. Зато гитарист взял клавиши. Да. Вот. Да, кстати, у нас... Вообще у нас мультиинструменталист здесь сегодня, он только бубен не взял, за что стоял на клавишах, на гитаре будет играть. Все, что он играет сейчас, звук синтезатора идет на ноутбук, там стоит Артур. В нем запущен там MIDI-синтезатор, джек там запущен, все запущено, что нужно. Звук обрабатывается на ноутбуке вот через Артур и идет дальше уже туда, вместе с фонограммой. Все, все рассказал. Вот. Вот кто понял, вот радуйтесь или негодуйте, я не знаю. А радуйтесь какая? А? А там у меня 256 стоит буфер в данный момент. Ничего не поменялось? Нет. 96 кГц стоит частота сэмплирования сейчас. Да, реал-тайм ядро. Ну что, так, сыграем вступительное соло. Сюда. Простите за это. Несу я руку в огонь, несу я руку в огонь.
танцує, знову в крана опереться. Опереться, не суй, знову в крана, не суй, знову в крана опереться. Суй, руку в огонь, не суй, руку в огонь, ляжешься. Похоронные аплодисменты. Эй! Следующая песня ближе к IT немного. У нас есть целая одна такая песня, которая хоть немного с IT связана. Больше, по-моему, нет, да? Но мы же пишем для народа. Народную открытую музыку. Что там у тебя, Степан? А, загружается. У нас тут загружается проект. Значит, что может упасть? Может? А он может упасть, потом мы будем весело поднимать, переписывать ему ядро. Пересобирать, бубен не взяли. Значит, пересобирать его из исходных кодов, боже, вот. Вот такие увлекательные у нас могут быть сегодня занятия. В перерывах между исполнениями. А он завис. И так уже первое приключение у нас сегодня случилось. Осталось еще что у нас? Значит, пересборка из исходных кодов с нерекомендованными параметрами. Вот. Переустановка системы. Вот, значит, вот звуковая карта у нас сегодня уже не работала. Но это, к сожалению, оказался всего-навсего шнур, который не работал. А так бы тоже весело было. Слишком тонкий шнур для нас. Что? Мы за свободу программного обеспечения, несмотря ни на что. Да, несмотря ни на что. Что готово? Что? Подожди. Соло. Еще раз простите. И покой. Я не знаю, что мне делать, как мне быть. Не могу ни на минуту я забыть. Интернет, интернет, уже меня его нет. Нет, интернет, его нет. Прощайся, я себе. Отошел на кухню я попить воды. Возвращаюсь я к компу, а связи нет. Говорят в сети, а будет и все. Привет, интернет, интернет. Уже меня его нет, нет, интернет. We'll be right back.
Виндовские штучки, типа, значит, файл, открыть файл, и чтобы он там его открыл, это... То есть... Кто-то есть. Соло?
отбиться от такой песни. Повеселились? Сейчас. Он нажимает какие-то таинственные кнопочки на синтезаторе. А чему мы посвятим эту песню? А, наверное, мы посвятим ее загрузке операционной системы современной. Значит, на компьютере с оперативной памятью 8 мегабайт и процессором 256 мегагерц. Что? Ну так выключил. Зачем? Без него хорошо. Этот человек думает, что его не слышно со сцены. Наивный. Итак, а после нас, кстати, будет еще один музыкант. Он будет презентовать. Что он будет презентовать? Моном. Вот, контрольный моном. После того, как он его покажет и на нем поиграет музыку, он сказал, что он даст его потрогать. Где он будет находиться? Вон там за тем столом, да? Вон там за тем столом. И всем, кто интересуется, можно будет его потрогать. Я про инструмент, не про него саму. А мы. Сколько процентов я готова? А мы пересобираем систему, значит, из исходов кодов. Знаете, я когда он хотел, он предложил этот эксперимент, знаете, мы обычно играем как? У нас просто вот MP3, там ударный и бас. Мы запускаем их вообще в любом плеере, приносим звукорежиссеру, он запускает, и мы играем. Но Степан захотел приключений. Вот. Чего не жалею, это того, что я ни с кем не заключил пари, по поводу того, что там все-таки работать не будет. Нет, дело не в свободном ПО вообще, а вообще в такой вот очень награжденной системе. Так вот. Будем проповедовать в Linux'е. И сразу народ как-то повернулся, заинтересовался. Linux создавался 7 дней. Давай. Что? Значит, Linux создавался 7 дней, а остальное мы расскажем. Расскажем позже. Давай, вступительное соло. Нужен местная
Главный хит, то его не будет. Вот решили, что его исполнять не стоит. Нам очень грустно, мы видим, когда люди творят буйство во время исполнения этой песни, срывают себе одежду, потом подходят к нам, даже будут трясут руку и просят расписаться у него где-нибудь. Но вот решили, что не будет такого делать. Поэтому сыграем другой свой хит. Он тоже хит, но называется не хит. Итак, мы напоминаем, если кто пропустил, что на сцене группа-группа, мы играем песни-песни. Нет, вот это неправда. Три людей неправда. Запускаем. Крутая я и прикольная бабуля, красотуля.
синім узлубим і намалюваним сон. Бабуля кайфова, я жесть, я сні становлюсь, знам радіє проще. Бабуля, бабушка, єсть, єсть, пожалуйста, милая, стань мені братьощей, братьощей. Бабуля, краса дуля, ще по красному, а п'єм по чорному. Бабуля, краса дуля, ти брутальная, ти прикольная. Бабуля, краса дуля, і кольца в губі, і біло в науке. Бабуля, краса дуля, ти в опять сюди, на стальном мере. Ну что, это была я так догадываюсь, заключительная песня. Поскольку нам никто не требует. Вы ищите нас на GitHub, нашей репозитории. Ищите нашу группу ВКонтакте. Google даже умеет ее находить зачем-то. Ну как-то как зачем. Так что спасибо. И следующий выступающий, он пока сидит. Он не понимает, что я смотрю на него. Ладно. Спасибо, до свидания.